За лопаты сегодня в Иркутске взялись чиновники. Убирать центральный сквер города вышли руководитель Иркутскавтодора и главы округов. Какой аргумент потребовался для людей из кабинетов, чтобы сменить род деятельности, расскажем сегодня чуть позже. Но, видимо, иначе было нельзя, ведь снег даже в центре столицы региона не могут победить аж с 3 ноября. Наверное, слишком масштабным и неожиданным был снегопад для коммунальщиков. Снег на дорогах и тротуарах сейчас вообще одна из самых острых проблем, как в регионе, так и в областном центре. Сегодня оценку действиям ответственных служб дал мэр Иркутска, причем для многих чиновников это закончилось непредвиденной разминкой на улице. Хотел сказать, что рад вас всех видеть, но думаю, что не очень рад, ввиду того, что со снегом боремся спустя рукава. Я благодарен людям, которые работают за рулем и с лопатами, а ваша неорганизованность как руководителей – она сводит на нет эту всю работу. Коллеги, я понимаю, что у вас ООО, управляющая компания. Но вы что считаете, у мэра нет рычагов влияния на ваши компании? Или все-таки мы должны с вами как партнеры работать на благо наших жителей? С работниками администрации я разберусь. Мы сейчас возьмем лопату, вот я приготовил во дворе. Пойдем вместе с лопатами чистить сквер. Я не шучу. Мы сейчас так и поступим с вами, что у меня нет других мер воспитательного воздействия на вас.